був моторошний вигляд. Павло Доменський. О, ужас. Називайся мене Доменський. Люди носять маски, і я теж. Внешняя уверенность — это попытка скрыть страх. Когда стоишь на сцене, внутри идет переворот. В эпифинале. Я не в силах контролировать свои эмоции, когда я счастлив. Кто здесь полуфинале? Кто? Я? Он? Я? Я очень люблю танцевать. Очень люблю перевоплощаться в разные образы. И вот этим я пытаюсь людям показать, какой я есть. Ходит по улице и танцует. Вот человек просто такой позитивный. Он может встать просто там где-то на парапете, просто для себя начнет танцевать. Еще пару минут, и у тебя все получится в жизни, я уверен. Со стороны родителей поддержки мало у него было. Вот в этом у него, ему было, мне кажется, тяжелее всего. Были ссоры, как я помню это смутно, и решили не мучить никого, и решили разойтись. Со временем все вот эти вот близости отношений и максимальное пребывание вместе с отцом уходило все дальше и дальше и дальше и дальше. От этого становилось тяжелее и тяжелее. Он обещал очень многое. Обещал, что всегда будет рядом. И ничего этого не было. Отец это, наверное, но дороже его мне не было. Сейчас мне 22 года, и вырос я очень, по-моему, далеко. Я хочу, чтобы он увидел то, кто я сейчас. Вам потрібна допомога? Чи у вас просто поганий настрій? У будь-якому разі він поспішає на допомогу. Справжній династійний супергерой. Зустрічайте, Павло Доменський! It, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it, on it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, beat it, format it, buy it, use it, make it, fix it, crash it, change it, melt, upgrade it, charge it, on it, zoom it, press it, snap it, crash it, change it, upgrade it, charge it, on it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, beat it, format it, buy it, use it, make it, fix it, crash it, change it, upgrade it, charge it, on it, zoom it, press it, snap it, you
що Україна має талант. Павло, тебе я точно знаю, кого кликати на допомогу у разі чого. Я ж можу на тебе розраховувати? Я телефончика ставлю. Дякую. Панове судді, а ви, між іншим, завинили Павлу. Він вас щойно героїчно врятував, тож добре подумайте, перш ніж говорити щось. Влада. Да, Паш, во-первых, спасибо за то, что спас, потому что было горячо. Потом стало еще более горячо, но уже от твоего танца, потому что начал так скромно, а потом растанцевался. Наверное, доказал все-таки, что в полуфинале не зря оказался. Развлек нас по-настоящему, и мне кажется, это редкий случай, когда вот человек... Вот даже сейчас, ничего не делая, выглядит смешно, но в этом нет ничего плохого, это классно. Это мое призвание, считай, смешить людей. Абсолютно, это твои образы, ты с ними справляешься, и каждый человек сейчас в зале перед телевизором, я думаю, сидит и улыбается. А это значит, что ты попал в цель. Спасибо. Дякую. Игорь, что ты скажешь? Паша, спочатку хотелось сказать еще, твой попередний образ, він зразу б'є в голову, в серце, в душу і все. Я твій. З цим образом я думав, під кінець таки ти мене переконав. Ти непоганий супермен. Не буду характеризувати твій хіп-хоп, а верніше попінг. Правильно? Це ж був попінг? Це взагалі було не те, не інше. Підожди, що значить ти? Вот это попінг? Вот это не попінг, це електрик бугі, да? Спокойно, там був попінг. Попінг. Був. Мені сподобалося, ти танцюєш, ти живеш танцем. Молодець. Спасибо большое. Ну что, Слава, еще ты скажешь? Что я могу сказать? Я просто влюбилась в этого супермена. В него, по-моему, невозможно не влюбиться. Потрясающе. Только тебе нужно научиться, когда ты быстро одеваешься, трусы одевать сначала, а сверху штаны. Ну это так, мелочи. У тебя все наоборот. А, что касается образа, классный образ, он тебе идет. Работало все, даже лицо. Ты знаешь, мне кажется, что сегодня ты открыл какой-то новый жанр, танцевальной пародии, что ли. Ну, в общем, это было круто, классно. Это был не просто танец. Я хочу на это обратить внимание всех. Здорово. Спасибо, раз приятно. Ну и а нам как? Дякую. Супергероям під силу все. Окрім одного, самотужки потрапити до великого фіналу нашого шоу не вдасться, як би не намагалися. А от вибрати Павла від, для того, щоб він продовжив боротьбу у великому фіналі, ви можете. І для цього нічого екстраординарного робити не потрібно. Достатньо просто зателефонувати за номером 0900-102-008 та надіслати смс з кодом 08 на номер 3399. І якщо ваших голосів буде достатньо, Павло матиме дуже добрі шанси врятувати у фіналі ще когось. Павло, удачі! Дякую большое. Дякую, це був Павло Доманський.